Они заботятся о комфорте, решают бытовые вопросы. От старших по дому зависит благополучие жителей многоквартирных домов. Для более эффективной работы старших по дому в Ульяновске организовали профильные курсы. Занятия проводят в железнодорожном техникуме с начала октября. Первым выпускникам вручил сертификаты министр ЖКХ и строительства Александр Черепан. Даем системное знание о том, как устроена система управления домами и как она органически в целом городское хозяйство вписано, ну, в поселковое хозяйство в том числе. И второе, это приводим в систему те знания технические, которые необходимы в минимальном объеме для организации контроля за работой управляющей компании. Сертификаты получили как опытные, так и начинающие председатели домовых советов. Галина Гостева с 2015 года решает насущные вопросы в 44-м доме на улице Оренбургской. Однажды ей пришлось бороться с голубями, облюбовавшими чердак. Большая проблема была еще и в том, что на тех этаже нашего дома образовалась голубятня. Вот, и это просто вводило жителей верхних этажей просто в себя, потому что голуби вселились не только на чердаке, но и на балконах. Вот, пришлось разобраться с этой проблемой, решить ее. И жители дома, по моему предложению, приняли участие просто в очистке тех этажа. Я говорю, мы где-то 2 недели просто на энтузиазме чистили. А Елена Саранцева в должности старшей по дому с августа этого года. Новостройка 2015 года сдачи доставила ей немало хлопот. Дом с автономным отоплением, было выявлено протечки, и необходимы были проведение работ по замене крыши, перекровли. Вот. И в связи с этим, в общем-то, я избралась старшей по дому, потому что больше никто не занимался данными вопросами. Было продувание межпанельных швов, то есть промерзание, продувание в квартирах, что тоже требовало немедленного устранения. Напомню, институт старших по домам был создан в России как промежуточный элемент на пути реформы ЖКХ. От управления домом через управляющую компанию к созданию товарищества собственников жилья. И на это переходное время подразумевалось, что роль председателя многоквартирного дома будет выполнять один из жильцов на общественных началах. Однако эта форма самоуправления так понравилась жителям, что из временной превратилась в постоянную. Причем собственники приняли решение собирать деньги и выплачивать старшим вознаграждение. И так общественная деятельность превратилась в работу, приступать к которой надо со знанием дела. Записаться на курсы и получить дополнительную информацию можно в региональном министерстве ЖКХ и строительства по телефону 41 41 35. Виктория Черкова, Герман Баранов. Управда ТВ.